Смерть ворогам! Слава Україні! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Слава! 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 Мы роем эти окопы для ребят пограничников, потому что они стоят на передовой. То есть первые, кто пострадает, не дай бог, когда если войдут сюда российские войска, то это будут наши пограничники. Поэтому максимум сил своих вот тратим для того, чтобы было им куда спрятаться, потому что им бы это все равно пришлось сделать, и получается, как бы их работу разделили между собой, чтобы они понимали, что не они одни отстаивают Украину, что мы с ними, что мы все вместе, вот, что вместе мы сила. Мне хотелось помочь нашим солдатам вот, выкопать окопы. Ну, тяжело, но все равно копать. Вот так я на данный момент могу помочь своей стране. В принципе, меня не волнует эта физическая работа, мужская, женская. Вот, чем могу, тем и помогаю. Надо будет что-то другое, будем делать что-то другое. А сюда приехал, рию яму ворогам. Ці споруди от на даний момент в пункті пропуска – це явне підвищення обороноздатності пункту пропуска. За пунктом пропуска – це споруди, які можуть затримати на деякий час техніку, важку техніку. Окопи обладнуються, як правило, глибиною не менше там 1.10 м. В них обладнуються вогневі точки, звідки можна вести вогонь. Також обладнуються для укриття особового складу бліндажі. Такого рову на сьогоднішній день ми вже прокопали близько 30 кілометрів. Це велика об'ємна робота, тому тут необхідні і кошти, і техніка. Тобто важка техніка, яка може такий рів копати.